9 ноября в Стокгольме компания Volvo Cars представила первый автомобиль Volvo новой эры, полностью электрический семиместный SUV Volvo EX90. Этот автомобиль со шведскими корнями устанавливает новые стандарты безопасности. Volvo EX90 разработан не для того, чтобы просто стать очередным электромобилем Volvo. Это по-настоящему прогрессивное авто, вроде высокотехнологичного компьютера на колесах. EX90 эффективнее смартфона или ноутбука, ведь со временем будет становиться еще лучше благодаря удаленным обновлениям ПО. Volvo EX90 оснащен невидимым защитным щитом с инновационной технологией датчиков, камерами, радарами и лидар. Технология лидар распознает дорогу днем или ночью, даже при движении по скоростному шоссе. Она видит небольшие объекты в сотнях метров и имеет время для информирования, реагирования и избегания столкновений. Невидимый щит безопасности заботится о владельцах и в салоне Volvo. Если из-за сонливости, отвлечения, невнимательности или плохого самочувствия водителю необходима дополнительная помощь, EX90 предоставит ее. Сначала система предупредит владельца специальным звуковым сигналом, который будет расти с обострением ситуации на дороге. Если он не будет реагировать на все более четкие предупреждения, автомобиль самостоятельно остановится и вызовет помощь. На одном заряде электромобиль преодолевает до 600 км расстояния по циклу WLTP. Аккумулятор заряжается от 10 до 80% меньше, чем через 30 минут. Полноприводный EX90 с двойным двигателем питается от батареи емкостью 111 кВт-часов и двух электродвигателей с постоянными магнитами. Выходная мощность составляет 517 лошадиных сил и 910 ньютон-метров крутящего момента. В сочетании с совершенно новым шасси это обеспечивает комфорт при плавном движении авто. Новый Volvo EX90 – первый автомобиль Volvo, аппаратно готовый к двунаправленной зарядке. К примеру, питать дом, другие электрические приборы или даже другой электромобиль Volvo. Прием предварительных заказов на X90 будет начат уже 10 ноября 2022 года. А первые автомобили клиенты получат в начале второго квартала 2024 года. Цена кроссовера стартует от $80 000. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи!